Всем привет, ребят! Ну что, настало время очередного еженедельного конкурса. Не записывал его на выходных, потому что не было времени на это. Запишу вам его сегодня. Опять же, на русском сервере все равно придется ждать каких-то нормальных паков, потому что в эти дни у нас ничего интересного, к сожалению, не было. Трое предыдущих есть победители. Сейчас мы определим еще одного. Еженедельные итоги, в общем, поехали. У нас был, если я не ошибаюсь, видос, начиная с 120-го. Да, 120-й видос. Сейчас я открою. Вот так вот. Ну, к сожалению, у меня переместить себя некуда, поэтому я буду вам двоится, троица, вон у меня много есть. В общем, 120-й у нас видос. Поехали. Это выбираем. Вот он, 120-й. Так, чтобы вам не мешать, потому что у меня экраны другие убраны. Начиная с 120-го видоса. Так, чтобы вы понимали, я вам просто его так сейчас. Вот, 120-й. То есть побежали в рандомайзер. Себя уберу, делаем 120. О, какой там у меня сегодня видос. Статуэточка наша по 144. 135. Поехали искать 135 видос. Так, рыцарь тьмы. Вот так вот. Есть рыцарь тьмы. Комментарий ожидающего рассмотрения. Проверить. Поехали. Есть. Ну, я ставлю разрешить все сразу же. Потом будем смотреть уже. Что вам сделать надо, в принципе, вы знаете. Надо, чтобы у вас были открытые подписки, лайк было видно и страничка, куда вы делали репост. Вот как долго оно прогружает. Все, спама нет. Все комменты, которые были под этим видосом, вот они все есть. Сейчас я их пооткрываю. В принципе, их тут и не так уж и много. Как видите, я все со спама всегда убираю. То есть, если вы попадаете... Все, это последний. Так. Вот он есть. Ну что, поехали. Та-та-та-та. Ракатаки. Ракатаки. Окей, смотрим тебя. Ракатаки. Так, 124-е, 135-й. Есть. Каналы. Все условия выполнены. Практически. Практически. Надо еще нам сейчас включить. Сейчас мы сделаем так. Копировать ссылку. Адрес ссылки. VPN-ка. Потому что по-другому я никак не зайду.
Никита Андреев. Так, ну, что я могу сказать? Пролетел пацан. Поехали следующего искать. Ай, блин. Надо открывать в новой вкладке, так будет проще. Я не участвую. Ну, красавчик. Зачем об этом писать? Так, ВК. Смотрим сразу же. ВК, видео. Все понятно. Следующий. Павел Топниц, Топский. Подписка есть, видосы по-любому есть, 135 есть. Отличненько. Все сделано правильно. Павел Топницкий. Так, у него тут даже, я смотрю, больше, чем надо видосов. Так, репостики у него... сделаны совсем. Вы опять будете кричать, это фейк, я вам говорил насчет этого уже. Так, только, блин, мне тут его надо как-то теперь найти. Октябрь, блин. А, тут же написано 136-й. Вот рыцарь тьмы. Правда, название не соответствует, но я, в принципе, по картинке 134-я. Сейчас. Да, тут надо будет поменять. 134 просто название не соответствует. Но 135 это рыцарь. В принципе, все. Поздравляю победителя. Также его добавлю себе сразу в избранные. Чтобы они все вместе, вот 4 победителя, не знаю, вам там видно, не видно, а, видно, которые победили во всех конкурсах, в принципе, вроде как бы и все. В общем, вот так вот победителей я уже определил, ну, а дальше уже дело времени, вот даже заглючил этот. Как отпишутся мне, так и уже будем решим с вами. Думаю, скорее всего... это все будет... Ой, ничего себе, все позависало. Либо в среду, но я не знаю, в свой день рождения, честно говоря, я вряд ли буду... Хотя я буду в состоянии, в принципе, не пью. Если будет время, то я постараюсь там посмотреть, какие призы. Возможно, у нас будет 31-го интересный рынок. Что-то придумаем. Если нет, то уже на следующих выходных, либо в какой-то будний день постараюсь раздать эти все призы. Ну, дальше, в принципе, все идет в порядке. После того, как мы там на выходных 3 числа, там будет еще розыгрыш по картам дополнительно, плюс этих 4 мы разыграем, то есть числа, там, не знаю, что там, 2-е, 3-е получается, или 3-е, 4-е Огника, то есть основной приз. Ну и также будет, опять же, еженедельный. Поэтому все, что вам надо делать, начиная с этого видоса, он у нас будет по счету. 144-я была сегодня фея. У меня еще куча видосов. Так, 144-й, то есть он будет у нас 145-м. Начиная с этого видоса 145-го, вы дальше уже сможете принимать участие в конкурсах. То есть все должно быть сделано, как я только что показал победителя. Все зависит уже дальше от рандома и от шанса. Сейчас единственное, только давайте еще я завтыкал. Мы его сразу же проверим, чтобы опять же
не ныли там спам, не спам. Делается это вот так вот. Комментарии. Ctrl-F, Ctrl-V. Вот видите, одна страничка у него. Ну, то есть все правильно сделано. Вот, все. Пишите комменты, лайки, репостики, все как всегда. И, возможно, вам повезет, как и всем остальным. Все, всем удачи, всем пока.